В связи с распространением вируса Эбола Казахстан усилил контроль в международных аэропортах. Таможенные, пограничные и медицинские службы объединили усилия для профилактики вируса. Казахстанцам же советуют воздержаться от поездок в страны Африки. В то же время в Караганде врачей, терапевтов, педиатров и семейных докторов собираются обучить тому, как распознать заболевание. Ведь вирус Эбола тем и опасен, что не имеет характерных симптомов, часто маскируясь под пищевое отравление или респираторную инфекцию. На данный момент в мире нет эффективной вакцины. Ученые только работают над ее созданием. Казахстанские врачи надеются на разработку российских коллег. Но их вакцина проходит только вторую фазу клинических испытаний. Лекарства от вируса также пока не существует. Конечно, беспокойность вызывает всегда, потому что риск завоза, он всегда есть во всех странах. И каждая страна, конечно, беспокоится о том, чтобы не было завозных случаев. А если есть завозные случаи, то проводить все противоэпидемические мероприятия, чтобы от данных завозных случаев не было уже местного распространения инфекции. Над этим, конечно, мы работаем. Мы работаем совместно с врачами-эпидемиологами.